Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Honor 20E сделать сброс всех настроек вообще. Сначала переходим в настройки, затем раздел «Система», «Сброс» и выбираем сброс всех настроек. Затем подтверждаем и еще раз, и после этого все настройки телефона будут сброшены до значения по умолчанию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!